За 2 месяца купального сезона в Белгородской области утонули 7 человек. Главная причина происшествия на воде – грубое нарушение правил безопасности. Чтобы предотвратить число несчастных случаев, специалисты Государственной инспекции по маломерным судам регулярно проводят профилактические рейды. Накануне патрулировали акваторию от урочища «Сосновка» до Нижнего Ольшанца. На этом отрезке много мест массового отдыха, но большая часть из них не приспособлена для купания. Если человек взрослый и ответственно к этому подходит, соблюдает меры безопасности какие-то, то есть прежде всего переживает за себя, за свою семью, то, естественно, можно отдыхать везде, где угодно. Думают, баклажка пива, там бутылочка водочки, на природе нормально, выпили и все. Ну, как обычно, выпили, смелость, как говорится, пьяному море по колено, пытаются счет кому-то доказать, что они хорошо плавают, и в итоге несчастный случай. А этот рыбак забыл взять в лодку спасательный жилет, что является нарушением. Инспекторы в подобных случаях могут только взывать к сознательности. Чтобы избежать несчастных случаев, сотрудники МЧС призывают белгородцев соблюдать правила безопасного поведения на воде. Купаться только на специально оборудованных пляжах. При необходимости использовать надувные плавательные средства. Не заходить в воду в нетрезвом виде. В экстренной ситуации звонить в службу спасения по телефонам 101 или 112.